Блин, записал видео, хотел записать видео. Короче, что-то слетело, и запись не получилась. Придется все заново. Так, давайте о программах, о заработке на андроиде. У меня вот есть программы, которые можно заработать на установке приложений с Play Market. Так, это у нас первая программка, это Adler App. Вот такая программочка. Тут у нас надо каждый час ловить задание. То бишь, открываете где-то, вот, сейчас у нас 19:27, ну, 8 часов, да, в 20:00, надо открыть и нажать, где новое задание, вот сюда нажимаете и ловите задание. Оно вот появиться должно. И вот где-то в течение 30 секунд надо вот так нажимать, значит, сюда, на новое задание и обратно. Вот так вот. Мне просто, я вот до этого писал видео, все это объяснил, все это показал, а видео само не записалось, очень плохо. Так, здесь я уже подзаработал 97 рублей, и у меня есть активных 7 заданий, то бишь они у меня уже установлены, приложения, и надо, например, тут идет найти приложение по фразе. Открыть приложение, открывается все через программу, через вот эту, через Adver App. Надо там установил, потом опять зашел в программу и через программу открыть. Потом открыть на приложение, вот тут написано, на третий день. И оно закроется. Потом тут есть на второй, на третий, на седьмой день. Тоже вот такие есть сразу, которые закрываются. Значит, у нас вот история у меня. Вот они, которые все уже установлены. Их очень много. Тут у меня вот 6 листов, 6 страниц. И все это установлены программы. Так, деньги выводятся. Я выводил уже. Так, история сейчас. История выплат. Вот у меня уже вот столько выплат. Бы я недавно. И вот у меня на WebMoney, Kiwi кошелек и на мобильный телефон. Вот все это выводится. Сейчас я маленько подкоплю. Хочу подкопить где-то рублей 200 и потом вывести. Есть реферальная программа тоже тут. Давай, подзагружайся. Загрузится. То бишь, ссылочка есть. Ссылочка будет на эту программу внизу под видео. На установку программы. Ну, все будет написано, и будут ссылочки все. И все есть. Короче, все почитайте, что надо здесь. Такое интересное и незамысловатое задание такое. Найти приложение в Play Market и установить, и открыть. И потом открыть еще, например, на второй, на третий или на седьмой день. Так, это насчет Adver App. Дальше у нас идет App Tools, тоже программка неплохая, но тут это заданий очень мало надо тоже. Открываешь, бывает не одного, бывает одно, бывает два. Ну, это очень редко. Тут я тоже заработал уже 30 рублей, у меня тоже тут несколько раз уже вывод был. Вот столько у меня уже заданий. Я программу установил. Тоже ссылочка будет внизу под видео. Загрузите, посмотрите, прочитайте. Дальше у нас идет Neo App. Вот тоже программа. Ну, тоже заданий не очень много. И ловить их я не знаю, как тут я заработал 20 рублей с этой программы. Так, история заработка у нас такая. Так, а вывод средств у меня был два раза. На Яндекс деньги и на телефон. Так, дальше. И еще у нас Уптоп. Тут тоже я сейчас вот, блин, тоже заработал сейчас деньги. Тут были задания несколько. И я сделал вывод. Он еще не пришел. Я вывод сделал на мобильный телефон. И еще жду. Это еще я ни разу не выводил.
как бы посмотрим. Тут у меня было 17 рублей, тут почему-то написано hold 34 рубля. В чем это? Что это обозначает, я даже не знаю. Но посмотрите. Ну, тут тоже программ не много, и программы они недорогие. От рубля. Дальше. Следующая программа — это FK Target. Это есть такой сайт у нас на компьютере. Это идет задание на соцсетях. Тоже вот у меня уже 207 рублей я заработал. Нажимаем на заработок, и тут должно задание быть. И обновляется. Но у меня приходит сообщение. Сообщение приходит, что задание появилось. Я вот, блин, тоже вот перед этим видео пытался записать. У меня вот были они. Приходило сообщение, и я открывал и выполнял задание. Здесь пока еще нет. Очень плохо. Так бы сейчас появилось, я вам показал бы. Так, какие у нас соцсети есть? ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, Ютуб, Гугл Плюс, Одноклассники. Все соцсети популярные, и все задания есть. Так, тут как... Тут я делал вывод уже. Вывод средств я уже производил. Как бы вывод идет. Вывод у меня по 50 рублей, 25, почти 30 рублей. Вывод у нас идет на мобильный телефон, на WebMoney, на Яндекс.Деньги и на Kiwi. Вот такая вот ерунда. Задания приходят в течение дня, ну, довольно-таки хорошо. И вот они именно, что там надо сидеть возле компьютера, что открываешь сайт, там надо возле компьютера. А тут он постоянно приходит, даже я закрываю его, эту программу, например, делаю закрытие, вот так вот, все, а мне приходит сообщение. Сообщение приходит, у меня высвечивается вверху, я шторку опускаю и входящее вот, сообщение. Пришло, вот оно вот пришло. Нажимаю сюда, и вот у меня задание. Вступить в группу ВКонтакте, 48 копеек стоит. Немного, но нормально. Хватает вот понемногу, а 200 рублей я уже наковырял. Так, вот хорошо, что я вот пришло сообщение, я вам показал, как это работает. Нажимаем «Готово», выполняем задание, нажимаем кнопочку «Готово». Сейчас оно подзагрузится, и вот написано «Выполнено», «Зачислено». Короче, зачислен на баланс 48 копеек. Все, делаем обновление. Бывает, еще появляется задание. Если нет, закрываем. Так. Ну и есть еще программа RuCaptcha. Тоже программа RuCaptcha Bot. Тут у нас идет. Разгадываешь капчи и получаешь. Вот если вот нажимаете вот сюда и выбираете только ReCaptcha, тогда она будет стоить 6,5 копеек, и бывает 13 копеек. Нажимаем старт и ждем капчу. Ну, сейчас как бы сервер у них, наверное, загружен, потому что, наверное, много пользователей сидит. Ну, такой он. Вот я сейчас, у меня 8 час, я в основном бывает утром, ну, изредка утром раз поразгадываешь. Здесь я тоже делал вывод, тоже выводится только через программу вроде. Да, выводится на компьютере только и выводится на Яндекс. Короче, ссылочка будет внизу под видео, перейдете посмотрите, я уже не помню. Или я буду рассказывать. И на компьютере сейчас покажу еще. Или уже показал. Я не помню. В смысле, я записываю сейчас на андроиде. А сейчас буду записывать. Или я уже записал. Ну, такая вот фигня, короче. Короче, я вот эту не буду сейчас делать. Ну, вот я вам показал. Сейчас вот перед этим я установил, значит, очень много программ. Вот раз, два, три. 4, 5, 6. 6 программ. Я их сейчас в папочку засуну, чтобы они мне тут не мешались.
И за эти программы я уже получил как бы денежку. И все. Усё. Все ссылочки будут внизу под видео. Переходите и зарабатывайте.